Asia. The current three project, of which this conference is an integral part, is the first high-speed network in Central Asia and part of the global guild of connected networks. Hazırlık mezgilde 100 binden aşılan studentler, muallimler, ilmi hizmetkarlar, cana mektep okuçuları, ilim, bilim, beruçu, internet parmağına giriyor boyunca kengiri mümkünçlükler geyi. Mektepler, cana başka oyunlar, internet parmağına en az 1 gigabit. İnovasyonlar, teknoloji, internet, очень важные объекты, которые сейчас привлекают очень большое внимание нашего государства. Кыргызстан не обладает богатыми минеральными ресурсами, продавая которые мы могли бы обеспечивать свое будущее. Поэтому политика кыргызского государства заключается в развитии человеческого потенциала. Түбіндегі академиясы бұл ұйымда өте активті іштерін алып барып жатады. Біздің бүт ілімі үлізілді институттарын бар системаға келген. Системаның ішін істерді. К радости нужно сказать, что мы сейчас создали вторую линию, то есть вторую область по защите по биологическим наукам. И первая ласточка у нас уже была в марте. Прошла первая защита, предзащита, тоже в онлайне. And another very important the aspect the global leaders also recognized is we need to put our effort to make the world to be better place. Not only to consider for current generation, but also we must consider future generation. And so that we can have socially, economically, environmentally sustainable future for all. Asia, connecting the interconnected so that there is for the first time truly said our next speaker, Professor Asif Tano. Что впервые в этом году мы получили гигабитное соединение, создать прямое соединение между вот академическим сообществом, научные исследования. То есть это очень важно. И еще важнее, через науку и инновации, через развитие мы можем построить общество основного года. И самое главное, значит, также объявляют новую, значит, стратегию. И КАР нас как бы соединяет коллег, и мы можем следить за малыми планетами, за астероидами. И лучшие доклады сразу передавались наши